Всем привет! Время обеденное. Я решил быстренько приготовить что-нибудь из рыбы. На обед у меня сегодня спагетти с лососем, капустой, брокколи и рыбным соусом. Готовится быстро, съедается также. Показываю. Так, ну рыбу я буду отваривать. И для этого я сделаю небольшой такой бульон. Одну гвоздику, немножко сельдерея, немножко семян фенхеля, лавровый листочек, ну и пару можжевеловых ягод. Раздавливать я их даже не буду, потому что я буду варить в кипяченой воде. И делается это очень быстро. Сразу залью кипятком и круто присаливаю, чтобы вода была у меня такая немного пересоленная. И отправляю на плиту. Готовить я буду сегодня на две персоны, поэтому делаю для начала соус. Столовая ложка сливочного масла и столовая ложка с горкой муки. И слегка обжариваю. Так, ну вот этот бульон, это в котором я буду отваривать лосося. Количество всех ингредиентов вы найдете у меня под видео. Я, значит, взял филе лосося, оно уже без костей, полностью очищенное. И брокколи. Здесь буквально 150 грамм. Порезал на небольшие розочки, чтобы было приятнее и удобнее есть. Дам немного белого вина. И залью рыбным бульоном. Как готовится рыбный бульон, ссылку я оставлю. И как разделывается лосось тоже. Но мука у меня уже полностью проварилась. Я добавляю соли, добавляю сока лимона, сливки 30% и щепоточку сахара. Соус вскипячу, уберу с плиты, добавлю немного горчицы. И все, он у меня готов. Все, соус закипел. Добавляю немножко перца, чуть-чуть буквально. Отключаю, убираю с плиты. И добавляю немного горчицы. Самые обыкновенные столовые горчицы. Накрываю крышкой, соус у меня готов. Соус я примерно сварил 300 мл. Этого количества для этого блюда, именно этого блюда, будет достаточно. Ну теперь, чтобы процесс не затягивался, а все делалось довольно быстро, я очень люблю пользоваться кипяченой водой из чайника. Так просто быстрее готовится. То есть вот этот обед, который я сейчас готовлю, займет у меня примерно 30 минут. Так, даю воде закипеть. Это у меня для спагетти. Спагетти я отмерил на персону 75 грамм. В общей сложности 150 грамм. Эти 150 грамм я буду отваривать в 1,5 литра воды. Ну, это примерно получается, что спагетти 10% от количества воды. Так, далее там в кастрюле. Здесь у меня вода уже горячая, кипяченая также. Это для брокколи. Ну, а здесь варится мой бульон для рыбы. Так, ну вот 5 минут прошли с того момента, как мы закинули спагетти. Теперь воду для брокколи я хорошо солю, соль размешать. Я отправляю брокколи вариться. В это же самое время добавляю немного белого вина в бульон для рыбы и отправляю рыбу сюда же. Бульон у нас кипеть не должен. Я вообще сделаю проще. Я его уже на данном этапе просто отключу и накрою крышкой. Но ждем приготовления спагетти, брокколи и можно начинать подавать. Так, брокколи готовы, я сливаю воду. Брокколи готовится, имейте в виду, очень быстро, примерно 5 минут, не больше. Так, ну я перемещаюсь на стол подачи. Чтобы вода у меня не убежала, я всегда оставляю крышку при приготовлении макаронных изделий приоткрытую или вообще без нее. Ну вот лосось, который у меня был просто в воде, посмотрите, он уже даже, скажем так, немного перешел, ему 5 минут было даже много. И обильно поливаю соусом. Все, друзья, мой обед готов. Если вам это простенькое видео пришлось по душе, то мне очень приятно, что я проделал эту работу не зря. А я на этом с вами прощаюсь и до новых видео.